Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас World of Tanks. И, короче, прям сумасшедшее видео. Я, по крайней мере, надеюсь. И мы сегодня будем открывать 20 коробок новогодних, больших, в надежде получить какого-нибудь лишакового 8-го прем-танчика. И сразу вам, для информации, если вам понравится это видео, то по ссылочке в описании будет видос мой прошлый, там, где я за 20 коробок выбил двухстволку. Извиняюсь. И также будет в описании ссылочка на видос Андрюхи, который сейчас вместе со мной. Он там тоже открывал 20 коробок. Интересные видосы. Ну, ребят, может быть, кому-то интересно. Мы, мягко скажем, не топовые ютуберы. Мы не открываем по 500 коробок. Вот сейчас мне просто мой подписчик Андрей задонатил сначала на 5 коробок, а сейчас задонатил на 20 коробок. И, как бы, если что, усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Ссылочки на другие подобные видосы от нас будут в описании. И погнали. Здорово, Андрюха. И всем привет. С Новым годом. Да, предыстория. Открыли уже парочку коробок. И пока ничего хорошего. Короче, не было. За стрим. И китайский, и волшебный. Вот сейчас решили сойтись на обычных новогодних коробках. Посмотрим, что из них выпадет. Потому что, когда я открывал 20 коробок свои первые, я открывал простые зеленые. И там мне повезло. Плюс, плюс. А за этот стрим я открыл за свои деньги 3 коробки. Мне как-то ничего не фартануло. А потом я открыл, что я еще открыл? А потом открыл 5 волшебных. И с волшебных тоже ничего не выпало. Вот. А ты, кстати, когда 20 коробок открывал, какие ты открыл? Вот, открывал вот эти новогодние, зелененькие. Окей. Ну что, давайте покупаем тогда эти новогодние зелененькие. Мне кажется, вот эти зеленые новогодние, они самые фартовые. Ребят, я там не меняю стрим оформления. Да, давайте максимальную поддержку на видосе, там, если кто еще со стрима, лайкосы просто по максимуму прожимайте. Чем больше лайков, тем больше удачи не только Сане, но и вам, если кто надумает потом вдруг покупать или да. Еще что-то. Даже, и может, как бы я даже не менял оформление стрима для видео, пускай все видят, кто помог. Вот, так что... Андрюха, тезка, красава. Да-да-да, огромнейшее спасибо. Ну что, погнали, покупаем. Ну давай. Оплатить, у меня там PayPal удачи. Уже с ума сходит. Да. Удачи, в обе дачи. Не, ну если восьмерочка сейчас не выпадет, но это... Ну я в комментариях... Это зашквар от World of Tanks будет, от картошки. Но я историй на таких наслушался, что там и со 100 чуть ли не падали восьмерки. Вот. Ну, я смотрел некоторых, они за 150 только двухстволку ловили, если что. Тебе как бы с двухстволки фартануло. Ты мог за 20 коробок поймать Е-75ТС, СУ-130ПМ какой-нибудь, Проджету мог поймать. Но двухстволку ты выловил, это как бы да, тебе... Да, единственную восьмерку возможно, выловил. Возможно, ты сейчас за это и расплачиваешься. Возможно, за да. За ну что, ребятушки, погнали. Первая коробка. Так, пока что ничего. И... Ну, надеемся, может быть, он... Нет. Просто по минимуму. Ну, как бы минимум, не минимум, но вторая. Уже и серебро даже добавил. Да, вторая. О, ну тут уже 700 голды, 750 голды, ребята. Максималка 1250 с обычной коробки может пикнуть. Ну и плюс, если тебе, мне же там выпадали если, какие-то ну, да, другие прем-танки. Если тебе сейчас выпадет двухстволка, тебе 12 тысяч голды сразу дадут. Нифига себе. Давайте. Я не помню, сколько. Она не выпадет, конечно. Слушай, пока что на синий... О, опа. Мелкий прем дали. Шерман. Шестой левел. Шестой левел. Шерман Firefly. Ну, слушай. Это хорошо. Это он у тебя в коллекции. У меня он тоже есть. И следующий тебе пойдет эквивалент, по-моему, в 1002 голды, наверное, будет. Ну, нормально, да. Нормально. Да и поиграть, если что, можно. Уже хорошо, то есть. А предыдущие коробки открывал сколько? 8 коробок за стрим открыл. И мне как бы вообще ничего. Ну, никакого да. Там не прям танка маленького, берешь, ничего. Там это вообще уже другая история. Так. Слушай, не намека на синий цвет. Так, ну окей. 15 коробок еще осталось, ребят. Мы пока открыли 5, но в принципе идем неплохо. Давай. Шестая коробка. И ну, как хоть бы... одну синенькую, да, это...
250. О, 500, 500 голды, да, ну вот не, так, не так обидно. О! Опа, синенькая. Ну. Танчик. Нет. Не, Е100 скин. Я, ребят, я не знаю, просто, ну, те, кто там танкисты на опыте, они там сутся от этих... Ну, Е100 это уже не топовый танк. Да, ну... от этих, сутся от этих 3D-скинов, просто поймите, я недавно начал играть, у меня как бы еще до таких танков идти. 3D-скины, если что, только на 10-й левел. Да, ребятушки. Так, Окей, ты сократил себе просто шанс выпадения 3D-стилей. Да. То есть, в следующий раз... Возможно, уже будет танчик на этом месте. Ничего. О, подожди, прем еще. Сикстон, третий уровень. Сикстон, арта. Арта третьего уровня. Сау. Да. Знаешь, я помню, на аккаунт заходил после этих коробок, там, первых 20, я потом смотрел, там у меня там что-то в третьего уровня какие-то танчики появились. Я сначала не понял, что это такое. То смотрю, премы, понятно. Так, ну что, сейчас эту коробку открываем и уже, по сути... Половина, да. Да, пути давай. Половина. Ну? Минимум. Да. Ладно, давайте, надеюсь, вторая половина будет более удачная. Полетели, ребятушки. Ну-ка. Ну, как бы... Ну, 500, вот. Хоть 500, 500, ребят. 500 голды, да, есть да. Уже. Идем дальше. Нет, синего, даже такого отблеска синевы нету. Еще 500 голды, ну хотя бы пускай так ну, падает. Ну, тебе даже в обычной коробке может, ну, этот low level выпасть, и он будет эквивалент голды тебе идти. Ну да, если совпадет. Но я так понимаю, они совпадают только тогда, когда ты все собираешь всю коллекцию. Так, еще 7 коробок, друзья. Давайте. Ну? Ну давай. Нет. 500. Ну, хоть не 250. Да. Еще. О, 500, 500 серых хотя бы, давай. Так, 5 коробок осталось. Ну, что-то надежды, надежды все меньше и меньше, ребятушки. Ну, хоть один. Давайте, да. Кремчик 8 уровня. Мы не топовые стримеры, мы там не открываем по 100. Дайте за 20-ку коробок-то, а? И как-то и прем дни мало падают. Четвертое. Нет, третий это 7-ка максимум. А, 7-ка, да? Да, 7 дней максимум. Так, 500 голды. Окей, последние три. Три коробки, ну. Ну давайте, держим кулачки. Вот, еще вне зависимости от результата, огромнейшее спасибо Андрею, бля. Прям пипец, короче. Погнали. Ну, синенькую. Нет. 1250 голды. Это максимум голды выпало. Слушай, вот это за все время в первый раз так падает. Это максималка голды упала. Ну, окей. Так, если бы падали бы коробки, было бы шикарно по 1200 с коробки. Да, вообще. Вот, давайте, последние две, ребятушки. Я уже, если честно, не верю. Да. Вот. Голды дай. Серу чуть-чуть дал. Поменим. И последняя на сегодняшний день коробка. Ну, синяя. Ну, да, верно. Просто, по сути, он один раз синий дал, 3D стиль. Ну, 500 голды. Да, за 20 коробок один 3D стиль. Ну, у тебя хотя бы голда прибавилась, и на том, как бы. Ну слушай, как и за прошлый. Слушай, как и за прошлый раз где-то 6 тысяч где-то прибавилось, да? Ну, было у тебя 10 с копейками. Да. Ну да, 6 копеек да. Прибавилось. Так, ну, ребятушки. При том, что ты сейчас еще этих 6-й левел Firefly себе взял и 3-ю левел арты себе выбил. Да, кстати, 6-й левел Firefly. А, вот он. Слушай, какой-то интересный такой танчик. Ну, интересно. Ну, мелкие они левелы, все прем-танчики. Мелкие левелы у меня не отображаются. Вот. Ну, как бы, слушай, да. Потому что, ну, в прошлый раз у меня, смотрите, мне тоже... Хотя 6... некоторым за 20 коробок и по 3 восьмых уровня падают. Ну, некоторым падают даже типа дубли. То есть ты мог сейчас еще 200-ку словить и получить за нее компенсацию в виде голды.
Ну, это супер. Это, знаешь, это супер должно повести. Это супер должно повести. Ну, да. Не, ну в принципе, смотри, ну вот шестого уровня прем танковый палачу. Ну, окей. Ну, это как бы не особо. А тут. За просто... реальные деньги, ты понимаешь, что шестой уровень, ты сейчас можешь себе там танка 3-4 такие купишь с шестых уровней за эту голду, которую тебе насыпала. Ну, сейчас можно здесь танк выбрать. Вот. Ну, и здесь, но выберем, наверное, не знаю, уже после видео. Наверное, да, ребятушки, после надо видео выберем. Согласовать. Вот, обдумать, вот, со зрителями все это дело. Вам же я хочу пожелать огромнейшей удачи. Большущее спасибо за поддержку, кто сейчас лайк поставил. Андрею отдельное спасибо, кто это все дело проспонсировал. Вот, извиняюсь, только 20 коробок, на что богатые, то и показываем. И в описании, ребятушки, гляньте, там два видоса, там где Андрюха 20 коробок наскреб деньги открывал, и там где я тоже 20 коробок и также наскребал деньгу и открывал. И у Андрюхи было до Нового года открытие, а у меня уже после Нового года. Всем пожелаю огромнейшей удачи и всем пока.